Прошло 3 месяца спустя. Фух, еле вылечили. Всем привет, ребята, всем здравствуйте, города. И сегодня... Так, давайте посмотрим, что там в сундуке. Там еще... Ребят, меня обокрали. Ребят, как они обокрали? Меня обокрали, в смысле? Как меня обокрали вообще? Ну, там все города. Может, ты что-то закуплялся? Но нет! Меня обокрали, в смысле? Я всю жизнь копил. Всю эту жизнь. Капец, меня кто-то обокрал. Капец. Ёж моё. Капец. Ё-моё, как нас обокрали. Ё-моё, я так испугался. Ладно, пойдемте к полиции. Полиция, здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Меня обокрали. Не знаю, когда. Где-то 3 месяца спустя. Мы не знали такого. А что вы не знали? Меня обокрали. Вот, поступила жалоба. Вот, пока на камеру видеонаблюдения, это был украинец. Он обокрал ваш богатырь. В смысле, там еще был НАТО. Ё-моё, опять этот украинцы позвали НАТО. Я же их уничтожу в прошлой серии. Посмотрите этот ролик до конца. Ну, капец, это не может такого быть. Вот, житель, привет. Нас обокрали. Кто? Этот украинец и НАТО. Все НАТО солдатики. Они всю деревню обокрали. В смысле обокрали? Капец, я в шоке. Ребят, все деревни обокрали. Ё-моё. Всё, мы теперь бедные. Тихо, не паникуй. Надо что-то делать. А что нам делать? Мы бомжи теперь, у нас бомжарская область. Капец, надо какую-то... Надо что-то делать, ребят. Мы не можем так оставить без еды. У нас просто еда пропадет. Так, украинец там. Есть джекпак. Так, ей плохо летать. Так, давайте посмотрим, что тут вообще опасного. Дорожка. Тут, ток. Помните этот домик? Он меня похитил, я сразу вылечился, убежал. Капец-то вообще, что такое, я не понял. Так, надо поближе. Поближе. Капец, мы обокрали трансфер-все города. Ха-ха-ха. Ага, надо всю деревню обокрасть. Там уже все ограбили. А ну стоять! Эй! Трансы города, мы что-то тебя похитили. Ага, фиг вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последний 7. Все, где-то... Так, он тут... стоять. Нету его дома. В смысле, где он? Капец, надо посмотреть. Капец, он где-то там. Давайте посмотрим. Да хотя, что я туплю? Надо полететь за ним. Капец. Давайте так полетим. Так, вот тут уже взорвалось. Тут сирены нет. Капец. Тут 3 круга взорвали. Давайте их восстановим. Так. Так, есть алмазный меч, палочка. Все убралось. Теперь вот эту яму убрал. Все убралось. Давайте уже пойдемте уже вот туда. Все, мы сейчас пройдем себе домой и завтра будем искать изумруды. Так, все, давайте поиск изумруд. Ну где-то он в границе находится. Давайте отправимся где-то за... Не знаю куда. А мне же джекпак. Давайте так полетим. Еху. Так.
Так, вот так, вот так. Прям в дом залетаем. Так, давайте все откопаем. Так, что? Может, давайте откопаем. Стоп. Это что такое? Да, мы нашли сундук. Это все наше. Как? Вот гад. Как он вообще? Вот границу украли. Много изумрудов у деревнях. Так, давайте его заберем. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 стаков изумрудов. Так, ладно, пойдемте назад к деревням. И еще мы заберем. Так, ля-ля-ля. Ой, блин, там граница идет. Так, давайте улетаем. Ля-ля-ля. Так, все, мы улетаем на джекпаке. Так, вообще круто лететь. Так, летаем. Йиху! Жители, подходите ко мне все. Все, вы подходили. Все, давайте. Вот. На, житель, это твои изумруды. Так, а ваши тоже изумруды. И ваши изумруды. И тебе изумруд. Так. И ваш тоже изумруд. А потом и ваш. А потом и твой. Все. Это они украли у границ. Спасибо. Мы хотим с тобой жить. Да уже давно я тут неделю живу. Все, спасибо, мы пошли. Они как свалили. Ладно, ладно. Ладно, на мое гранное создание пофиг. Я еще раз накоплю. Мне вообще пофиг. Я мощную дверь поставлю. Закажу на Валберсе. Так, ладно. Эх. Стоп. Они тут, кажется, были. Я их вчера выносил. Вот я тупой. Ладно, если вы интересуетесь города, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вы интересуетесь города. И всем пока, ребята.